Очередной факт вандализма зафиксирован в областном центре. Неизвестные в ночь на пятницу похитили с остановки общественного транспорта на площади Пушкина вязаные коврики. Напомним, новый необычный элемент декора в понедельник на каркас павильона закрепили активисты движения «Обвяжем город». Уберечь шерстяные украшения не помогли даже многочисленные камеры видеонаблюдения, установленные на площади. Два из трех ковриков, самые яркие, аккуратно срезали и унесли. Авторы проекта предполагают, что кому-то изделия приглянулись, захотелось такими украсить собственное жилье. Активисты движения «Обвяжем город» написали заявление в полицию. Записи камер видеонаблюдения отсмотрят. Злоумышленниками, эстетами займутся правоохранители.